Короче, в эту стрёмную пародию на GTA поиграем, да еще и с Vice City в названии. Музыка включена в настройках, несмотря ни на что, однако звука, увы, нет. Итак, наша первая задача — не утонуть, видимо, в текстурах, потому что он уже стоит по щиколотку в бетоне. Управление ужасно ватное. То есть вот держу я справа и еду. И вот. Эх, ладно, посмотрим. Что тут у нас? Сесть в машину. Во время поездки в машине покрутить камеру невозможно. Вот это мы почему-то уже едем. Так. Оглянуться невозможно, посмотреть назад. Есть только газ, тормоз и право-лево. Звука машина тоже не издает почему-то. Полнейший. Нет, не в полнейший. Какой-то микроскопический звук все-таки присутствует. Итак, что мы видим? Голимая, конечно, графика совершенно. Слегка отстающая от происходящего. Карта очень похожа на GTA-шную. Едем мы в какую-то точку, указанную на карте. Скорее всего, там мы купим оружие. Конечно, прозрачные стекла, хоть в машине уже нечто. Попробуем кого-нибудь задавить. Эх, не получилось. Дрифт не работает. Не, дрифт не получается сделать. Шарахнуло. Так, посмотрим-ка вокруг. Да. Боты ходят не только в ногу, но еще и абсолютно одинаково выглядящие. Ё-моё. Бесшумно подкралась Ламборджини и сбила его в воздух. Купи пистолет. А можно гранатомет, а? Не, нельзя. Купить можно как? Вот нету продавца, нифига. Ну, можно навести, я так понял. Так, денег у нас 524. Пекаль стоит 500. Остальное мы не тащим. Купи патроны к пистолету. Ну, давай. А хрен вот прицелиться в этой игре очень сложно. 60 баксов. Как нам купить патроны-то, ё-моё. А, вот оно что. Бесплатно можно посмотреть рекламу. Ну что ж. Посмотрим. Джербест. О, как я люблю тебя, Джербест. Спасибо за 150 баксов. Суки. Купить. Ага. Что-то больше Джербест не предлагает. Нифига. А денег у нас еще 114. Да господи, как же я тут буду целиться-то? Ах, мать вашу. Управление по жопу деревянное просто. Тыкс. Еще 90. Бронежульет хочу. Не, не дадут. Хоть ножичек какой-нибудь. Ладно, хуйня, купим патронов. Как пострелять по этим? Да едить, колотить. Мишени. Невозможно прицелиться. Так. Куда надо нажать? Пистолет. Чувак, ну-ка шмальни. Нифига. Кнопка неактивна выстрела. Оп. Оп. Кому надо помолиться, чтобы он выстрелил? Не?
куда надо нажать, я не знаю. Нет. Ой, блин, это пипец, конечно. Если я начну материться, извините. Такс. Дальше у нас никаких на карте предложений или предположений о дальнейших поступках не поступает. По-прежнему горит цель, как здесь. Может, тут можно пострелять? О, машинка. Не стреляет. Не стреляет. Может, надо зарядить? 0-0. Патронов 0? Так я ж купил. Чувачел, я купил. Буллиц, шмуллиц. Блин. 54. А куда же я потратил все бабосы-то? Опять меня собьют, пидоры. Ноль-ноль. Чё ноль-ноль? Я зарядить, может, как-то надо. Так, да. Бесплатно еще денег. Спасибо, посмотрим, что там еще. Что я не те патроны купил, пипец. Что это, ну-ка. Аму памп. Аму узи, понятно. Патроны выглядят одинаково, но совсем не то. Вот для Глока. Еще. Так, теперь понятно примерно. Прицел. Заряжаем. Очень круто целится. Ёпперсты, как баблю. Так, а следы от пуль на двери останутся? Ё-моё. Но зато след какой-то в воздухе остается. Ой, мать моя женщина, что это? Ура, появилось задание хоть. Преступления. Немножко ниже, чем мы находимся.
Я очень любить Ирина Горбачева. И вот так немножко падать вниз. Ать, какой молодец. Супермен. Чёрт. Уничтожь цели. Ё-моё. Уничтожь. Дыщ. Да я мастерски стрелок. Не понял. Ничего не попадаю. Пуф, пуф, пуф. Твою мать. Отлично. Прекрасно. Давай другую лучше. Что-то у меня. Давай по новой. Опять еще перезарядиться решил. Вовремя. Что тут, как тут выйти-то? Там прохода нет, походу. Что было? Попрыгай, як москаль. Смотреть налево, направо, как школьник, который хочет выжить в этом тяжелом мире. Идти, колотить, куда идти-то? Потрясающе круто. Что если это полицейский? Шо? Он идет с пистолетом. И по другой стороне дороги еще один такой же. И кактусовое кола продается. Пипец. А если я буду с пистолетом, он меня арестует? Да там. Хрена с два. Потом попробуем пристрелить парочку. Мне подсказываешь, что я так долго буду добираться. Мазафака, едь сюда. Голубой вагон, блядь, качается. Иди сюда. Ё-моё. Калины какие-то ездят. Твою мать. Телепортнулся. Полицейская. Может, в полицейскую сесть можно? Чувак, довези на место преступления. Стой, чувак! Это что за гомогей? У них тут батл? Мы застряли немного. Текстура. Помятые какие-то менты. Тетки, вам так тяжело, я понимаю, надо вам помочь. Пом-пом-пом. Секир башка. Фига она побежала. Мозг в голове не обнаружил. Да успокойся ты. Выстрел в голову вообще ее не беспокоит. У
нее спортивный интерес вызывает эта процедура. Да бля, открой дверь. Чувак, открой дверь, я сказал. Да, задави меня. Сукин сын. Чума игра. Игра просто шедевр. Стоять, блядь. Ты чё? Ты стоя едешь. Стоё. Твою мать. Да, блядь. Она ещё уедет? Сука. Пустая, блядь. Видимо, Google. Это ж гребаное место преступления. Чувак явно таксует, не? Да, уехал. Бочком, бочком. И поехал. Видимо, преступление будет ограбить аппарат колы. Купить. Ай, пей. Пей кактус кола, чтобы восстановить. Отлично, навести безумного Джо. Джо? Фига место преступления какое серьезное. Поедем на этом. Вот это было дело масштабное, капец. Купили колы. На все бабосы попали, блин. Пумц. Чё тут, чё тут? Безумный точно, Джо? Лучшая игра всех времен народов. Сходи в пиццерию, думаю, там есть... Да пошли вы, пойду я лучше посрал, чем в эту говно играть.